Не забывайте ставить лайк. Между прочим, это довольно важная штука для мастерской. Обрабатывал я клинок, и, как мне казалось, я его вчера отпустил, но, оказывается, я его забыл после ковки отпустить. В итоге я хотел сбить шелуху немного, и он у меня просто лопнул пополам. Как оказалось, да, он не отпущенный, он звенит. Не могу так сказать. Ну, то есть... Очень звонкий звук. В итоге сейчас мы его переделаем. Изначально это был типа какой-нибудь грибной ножичек, клиночек. А сейчас мы его переделаем просто в косячок разметочный, ну как бы столярный, не столярный нож. Просто сделаем косой срез.
И я вас уверяю, что это не последнее видео о кованых изделиях. У меня в запасах уже лежит от кованых заготовок, которые осталось зачистить и все сделать, соответственно. А это кованые изделия из отходов, из обломанных сверел, буров и тому подобное, а также куча подшипников. Я что-то очень сильно увлекся ковкой, но это так, отстранение. Скоро будет новое видео о кресле для мастерской, а также мы доделываем гитарку. Времени единственное, что не хватает на все. Пока!